Женю решили расстаться. Никто не хлопает никого. Да, нет, просто нет. Но так бывает в жизни. Мы поняли, что мы два человека, которые действительно друг друга самодостаточно, как бы. Нет, на самом деле мы не расстаемся. Мы не расстаемся. На сцене мы с тобой работаем, встречаемся, общаемся, да. Любим друг друга. Ну вот я недавно совсем мы разъехались с одной квартиры. Поэтому ты в черном, Оксан, что-то я не могу понять. Вот, поэтому да, сегодня. Траур по моей несбывшейся любви. Да, но поэтому вот, чтобы уже больше не было, чтобы нас не считали парой, у Оксаны своя прекрасная жизнь, мужчины, можете аплодировать и имеете шанс, она потрясающий человек, потрясающая девушка, женщина, а скажи, какой я? Для тебя ты невероятный, великолепен, вот. Лучшего мужчины, наверное, я на сегодняшний день не встречала. Слава Богу. Но единственная и, наверное, любовь в твоей жизни – это сцена, поэтому я ее только буду делить с тобой, но не отнимать. Да, поэтому я остаюсь на этой сцене один. Я рад, что ты была со мной все эти два года. Но следующее произведение, которое было написано дочкой... Тихо. Что-то я... Давайте... Никто ничего не понял. Ты посмотри, что с залом происходит. Что вы делаете? Ну, мы решили здесь признаться. Спасибо. Ну, поддержите тогда уже, я не знаю. Я поддерживаю Колю и Оксану. Я вообще не понимаю, что происходит здесь. Не, мы договорились, что мы уйдем отсюда, она в одну кулису, я в другую. Ну, так бывает в жизни. Но сейчас, Игорь, я очень счастлив, что в моей жизни появилась такая песня, которую я долго ждал от тебя, но я не дождался. Но, слава Богу, твои гены передаются детям. И эта музыкальность, которая передалась твоей дочке Юле, она поистине волшебная. И надеюсь, что когда-нибудь эти слова я спою когда-нибудь какой-нибудь женщине. Я надеюсь, что это произойдет. Ну, не знаю, когда. Но я хочу самое главное, дорогие женщины, чтобы вы были счастливы. И ты остаешься счастливой. Обязательно. Премьера. В глазах, окошках, сомнения, как кошки. Не знаю, как тебя мне убедить. Ты у меня одна такая, единственная и родная. Поверь, тебя одну хочу всегда любить. Будь моей женой, звездочкой желанной. Будь моей женой. Живет на свете серых. Спрашивай. А что вы сказали со сцены, потом Николай, это шутка? Николай сказал.